На встрече обсуждали вопросы транспортной логистики, оказания медицинской помощи, организации питания во время соревнований. Александр Ткачев сообщил, что объект готов на 92%. Уже ввели в эксплуатацию медпункт, здание для размещения команд участниц и вертолетную площадку. На самой же трассе уложили финальный слой асфальта. Специальное покрытие было разработано с учетом климата и географического положения Сочи. Вот в эксплуатацию трассы для королевских гонок намечено 10 августа. А в конце месяца качество трека проверит Международная автомобильная федерация. Что касается временных трибун на 30 тысяч мест, их монтаж завершат до конца сентября. Участники оргкомитета также обсудили транспортную логистику во время формулы. Краснодарским краем сейчас прорабатывается вопрос о перевозке гостей пригородными поездами «Ласточка». Как и во время зимних Олимпийских игр, к проведению российского этапа «Формулы-1» привлекут волонтеров. Задачи, которые были поставлены Дмитрием Николаевичем, это обеспечить подготовку и проведение соревнования на уровне не ниже, чем Олимпийские игры. Губернатор принимает личное активное участие в каждом из мероприятий. Мы заключаем сегодня контракт с российскими железными дорогами, который предусматривает использование 22 пар спаренных поездов, которые обеспечивают ту же транспортную логистику, которая имелась в период проведения Олимпийских игр. То есть вывоз не менее 1000 человек за 5 минут с любой точки, по которой подходит соответствующий дорожный состав. Гости, которые купили билеты на «Формулу-1», смогут бесплатно доехать до соревнования и бесплатно вернуться обратно. Краснодарский край при подготовке к гонкам «Формулы-1» обеспечивает строительство трассы и автодрома в целом. Также регион отвечает за транспорт, логистику, организацию питания и медицинское обеспечение. Медицинскую помощь в дни проведения соревнования будут оказывать в том числе и кубанские врачи. К гонкам создадут специальный медицинский центр с высокотехнологичным оборудованием. 13 и 14 пройдет тестовое соревнование, этап чемпионата России по кольцевым гонкам. Официально трассу откроют 19 сентября.